Конечно, много. Конечно, много. Однозначно много. Мне кажется, дней 8 это вполне достаточно. Лишний раз, чтобы не пьянствовали, вот и все. Это много. Почему? Надо работать. Ну как? Надо повышать иммунитет, а так расслабишься и все. Девушка, я просто такой человек, что не хочу давать интервью, честно говоря. Спасибо. Да нам, наверное, многовато. Достаточно было бы одной недели. Знаю, ни разу не пробовал отдыхать. Ой, это, конечно, мало. Да, надо 24 дня. Думаю, что когда много дней, это всегда хорошо для отдыха. У меня другая работа, посменная. Хорошо, пусть люди отдыхают. Конечно, много. Для России, для Саратова это вообще много. Народ не может понять меру. А люди, когда работают, у них как бы они знают, что есть выходной, определенная мера там выпить, сколько-то они могут. А когда дается 12 выходной, люди ее вообще не ощущают. Люди как будто, мне кажется, срываются, много лет не пили, сейчас начинают их пить, понимаете. И как будто 12 дней, это как будто для них праздники, они все, они берут ящиками эту водку. Я просто сам видел в магазине, и меня это тоже поразило. 12 дней выходных в году, и зачем столько пить, я не понимаю.